так продолжим эту ересь просто полную слушать вообще. Вот здесь, кстати, мы заметили отличие, например, Xbox-версии от PC-шной. Здесь, если вот на Xbox стреляешь по бочкам, то контейнер, он не мнется, у него нет никаких деформаций, повреждений. Ой, да ладно, херню нести, придурок, а? Че ты несешь-то? Прям ты сравнивал, прям по памяти ты вспомнил быстро. Голова просто не так работает. А на PC вот там прям четко там от взрывной волны такой, ну, выгибается он, то есть нет... Ну да, конечно. Ты покажи, покажи, а не так просто неси чушь всякую. Надо было просто чушь какую-то сказать. Ой. Там разрушаемости тотальные, да, и там, и там. Но при этом вот некая визуальная деформация на PC вот присутствует. Ну и... Да все то же самое, идиот. Она идентична. В очередной раз можете посмотреть, какие крутые здесь визуальные эффекты. Profit. Sell are all over the place. I've got... Да. Так более тупого коммента сложно представить. Нет, Battery Park, центральный Нью-Йорк. Есть такое ощущение тюрьмы, то есть видно, что Нью-Йорк как изолированности вот этого всего. Ну, ощущение... Ага, они специально выбрали такую концепцию, изобрели этот вирус, запустили, чтобы каждый уровень действительно показать, почему он изолированный. То есть и поэтому и Cell называется эта ячейка, и все завязано насчет этих ячеек. У них даже эмблема ячеек, и у тебя прицел ячеек в костюме, у них даже камуфляж. Если изначально он был просто армейский камуфляж обычный, даже видно в заставках, в демо-роликах, то есть это вообще альфа-версии, то потом изменили все на это клеточный такой камуфляж, и везде эту структуру добавили, элемент дизайна, который везде повторяется, что видно было, что это одно целое, и даже сами уровни представляют собой сцены, отдельную эту ячейку по бокам с запаянными этими воротами. И действительно, как будто карантина, это правильно. Они долго думали, как сделать закрытое пространство, чтобы не выглядело, что там все закрыто. И вот эти отдельные сцены, где в любое здание можно зайти, нет такого, что двери там заперты, никто не может, как в других играх, пролезть, они не открываются, невидимые стены, просто единственная карантинная ячейка, и весь город разбит от найти эти ячейки. И ты даже этого понять не можешь, ты полную хрень несешь, у тебя какое-то ощущение, что-то тебе кажется, а что-то тут не то. Что ты там вот приплыл, да. В тюрьму заходишь, да. И видишь вот эти все пункты биологической очистки, напоминают... Ну да, это специально сделано. Наверное, бифильмы 90-х про эпидемии какие-то в Нью-Йорке. Ну да, там тоже... Опять у него 90-е в башке, что одного, у него уже из одного, из-за занизации уже перешла... жирозация в мозг другого уже. Тот уже опять поет про эти 90-е. Опять они у 90-е повсюду мерещатся. Он... Костюм вот эти желтые химические, там вот эти контейнмент-зоны. Опять ситуация, мы можем их просто там перестрелять, да, но проще нам исключить невидимость и тихо одного за другим устранить. Не проще, придурок, а интересней. Проще просто пойти на пролом, всех убить, на среднем уровне сложности тебя вообще убить невозможно. Даже на самом сложном уровне все достаточно просто, просто можно стелс не использовать. Это просто для удовольствия сделан этот стелс. Для того, чтобы такие придурки, как ты, не воняли, что тут сложно, тебя ищут, враги четверские, видят тебя через стены, там, знают, что это. Видите, опять молчат. Радио валяется, и мы можем, собственно, послушать радио свободного Нью-Йорка, так называемого. Мы понимаем, что в городе все-таки кто-то еще остался, ну или пытается хотя бы следить за обстановкой. Опять придурок просто описывает то, что видит, ничего от себя не добавляю, впервые в каких играх это появилось, там кто именно говорит, и вообще ни хрена, и что по радио говорят, и, знаешь, дурак он и есть дурак. У нее что там делается, потому что, ну что такое, мегаполис, да, Манхэттен эвакуировали, что происходит, непонятно. Вот единственное, что тебе понятно, что тебе ничего не понятно. Вот это действительно и не очень непонятно. Attempting system restart.
вакцинация, то, что мы проходим через зону вот этой биологической очистки, говоришь, что все-таки типа, вирус какой-то обнаружен. Да. Ты кому это говоришь, только что видели все это, придурок? Ты же только что это показал, потом говоришь, что ты что, для даунов из психушки это ведешь передачу, которые не понимают, что они видят вообще. И она отключается, но все равно разъебанием ее и проходим. Создает определенный интригу. А вообще офигенный такой комментарий, типа про промпрофессионала. Ну давай еще скажи что-нибудь, какую-нибудь тупость. Ну говори, говори, давай. Вот мы видим впервые. Не, уже не впервые. Уже не впервые, да. Опять инопланетяне. То есть то, что они здесь, они близко. И вот скоро мы их встретим. Вообще, блядь, что они несут? Здесь как дети малые описывают то, что они видят, как озон. Причем не очень понятно вообще, да. И при том, что здесь цел, что, почему эти инопланетяне летают свободно так. Вообще, ну, непонятно, что происходит. Непонятно. Тебе ничего не понятно, все, что понятно, они же это непонятное. Ну, столько фракций, каждый что-то хочет сделать. Сколько фракций, придурок, а? Сколько тут фракций? Тебе пока их по отдельности показывают, идиот. Сначала у тебя солдаты, потом инопланетяне. И только в некоторых местах они между собой сталкиваются. Селовцы и эти. Да даже эти морпехи, когда появляются, они уже не воюют с селами. Понимаешь, ты идиот. Потом вообще все, даже селы, помогают тебе валить инопланетян. Столько фракций. Идиот, да? И мы не... Идиот. Понимаем, что каждое надо от этого всего. Тебе опять ничего не понятно? Мы видим, что в городе вообще тотальная разруха, что кто-то там попытался вообще протаранить кордон изолированной зоны, да, там вот на автобусе. При этом мы видим, что сам водитель автобуса, у него опять вот эта вот пульсирующая непонятная жижа. Тебе опять непонятно все, что это за жижа? В нем живая. Ну, о чем мы уже говорили, что сильно вообще в кризисе, что на самом деле редко бывает. По деталям ты очень круто восстанавливаешь. Ты идиот тупорылый. Возьми любую современную игру, придурок. С таким подходом сейчас не делают так, как делали игры 10 лет назад. Сейчас все детально прорабатывается. Если какой-то предмет лежит, он обязательно лежит. Обязательно почему и зачем все это написано, все это в геймдизайне, в ТЗ написано. Почему все достаточно правильно спланировано. Каждая сцена эта, да, она нарисована сначала художником. Концепт дизайнера. Все это в подробное нарисовано, реалистично, как в фильмах рисуют. И ты, придурок, этого не можешь. Ты думаешь, эти уровни делают, просто сидит какой-то мудак в 3D-редакторе, хуячит вот это все, накидал, нараскидал. И ты все равно считаешь, что так игры продолжают делать. Такая хрень последний раз была только самопальная в Фире первом, где там валялись эти столы повсюду. И все почему-то синими молотками, с одними и теми же принадлежностями. Главное, вот эти синие молотки повсюду валялись. Сейчас уже давно так не делают. Если в игре есть копипастанные элементы, которые ты можешь заметить, там комнату взяли, скопировали, ту же самую поставили, это уже игра на 5 баллов даже не тянет. Да, которые были произведены, и они прорабатывались. Идиот. Идиот. Просто идиот. А как они могут не прорабатываться, если у игры бюджет больше миллиона долларов, да даже больше 100 тысяч долларов? Вот не просто там накидали кучу. Ты что, придурок? Это даже в любительских, по-моему, модах так не делают уже. Сука, а? Назови мне игру такую, где просто так накидали всего. Хлама. Серии здесь набросали мусор, вот здесь было плохо, там что-то кого-то убили. Но это так бы вы делали игры, если бы вы их делали. Да, ты видишь прям чувак там зараженный, пытался. Да, в голове. То есть это вот как бы почти книжное повествование, когда тебе там события все представляешь. То есть тебе. А че ты радуешься, придурок, что ты ни хрена не понимаешь в играх вообще ни в чем, или что тебе дали поподдакивать и поучаствовать в обзоре игры, в которой ты вообще ни хрена не знаешь, не играл ни в бету, ни в Crysis 1. И позоришь только все. Все рушишь и ломаешь. Не показывает их, а ты вот только у себя в голове строишь вот.
ты тоже заикаешься. Специально тебя такого дурака наняли, чтобы логер не так тупым казался на твоем плане. Вот это вот цепочка событий, которая происходила вот на этом участке. Да, ну и, конечно же, не будет еще что показать. Да даже это, любую игру возьми, хоть Dead Space, хоть первую, хоть что угодно, хоть Silent Hill, как везде так делают, всегда. Пиздец, это просто, это... Да даже Crysis 1 возьми. Естественно, ну как такими тупыми можно быть, и очевидные вещи, которые везде происходят, возносить их как-то, как будто они впервые увидели. Ну, действительно, впервые увидели, потому что они ни хрена вообще не понимают. Любую игру возьми современную, которая больше 7 баллов у нее оценка по Metacritic, там везде все проработано, да даже дерьмовые игры. Да даже возьми тот же парашный Homefront, даже там каждый элемент более-менее старались проработать, точнее все сцены такие, которые в детстве происходят. Кого там где расстреляли, убили там. Listen, something pretty massive just happened to the suit plant. Whole thing went down. I think it's back now, but you better get here fast. Everything's falling apart. Infected all over the place. Poor bastards. In the streets. Сувенирчик? Ага. Сейчас все во всех играх уже всяких хрень раскидывают, что ты их собирал. Был стимул по поводу перепрохождения. Там и жетоны, и доктейлы собираешь, и много чего. Сейчас вот тот же Just Cause, если взять, там вообще куча всего раскидали. Потому что если бы они просто, как бы, они сделали гигантскую карту, и надо было как-то использовать, потому что, понятно, везде баст не напихать, сюжет месяц не сделать. Естественно, там каждый, там куча сотни фракций, то есть какие сотни? Сотни там предметов от каждой фракции, которые надо собирать. И также сейчас во всех играх делают, и что-то обязательно собираешь. Ой, как тупо. Ты придурок, ничего не рассказал о атмосфере. Знаете, это надо премию Дарвина давать. Люди обзорщиками считаются и должны были дать какие-то внятные комментарии, сравнить с чем-то. Например, как это делал я. Посмотрите мой эпический обзор там из 20 частей. Так эти люди умудрились ни одного вообще сказать правильного комментария, отдельного сказать по игре. То есть какую-то чушь, а если то, что они сказали, а это полностью в корне неправильно, то есть вообще лживую информацию предоставили из-за своей больной головы, которую они просто нафантазировали, потому что ни хрена не понимают. То есть это такого сгустка вранья и тупости я со времен, начала времен азонизации не видел. Вступление, потому что там что-то происходит в Нью-Йорке, и началось Совет Крайс 2. Ну, собственно, о чем-то, ты понимаешь, что это была Xbox-версия, то есть мы дальше игру еще покажем, тоже, опять же, на Xbox, к третьей... Ну, дикция вообще больного человека, как он жестикулирует, там, головой дрыгает, что-то язык у него заплетается постоянно. Части коротенько покажем уже, как это все выглядит на PC. Да, какие-то основные моменты, например, как с бочкой вот эта с деформациями места, то есть, интересные моменты, которые... Какой бочки? Сами какую-то херню придумали, и сами это развивают тему дальше. Заметно, что они выглядят несколько по-другому. Придурок! Просто придурок, она выглядит идиотично. То есть мы показываем все, сравним, просто связано с тем, что PC-версию ожидаем только 24 числа. Всем показать побыстрее. Напоминаем, что 24 числа игра поставит продажу, но мы, тем не менее, и праздновать, потому что, еще раз повторяем, Crysis нас по-настоящему зарядил позитивом и отличным настроением. Как можно так бездарно сообщать вам какую-то информацию, подавать ее? То есть, мало того, что харизма вообще отвратительная в обратную сторону, еще и говорить не может, и несет всякую чушь, вообще ни в чем не разбираясь. Вернул вот прям ощущение шутера настоящего. Не в Call of Duty, который труба, понимаешь, труба, все. Какого шутера настоящего, если наоборот, это не шутер, это уже стелс скорее. В общем, Манша Абдуль сейчас, следующая часть.